Всем здарова, чуваки, я с вами Изюмчик, поисковик Илюха и Ананасик Плей. Сегодня мы будем играть в Ultimate Chicken Horse. Хайоу, всем здарова. Всем здарова, чуваки. Да, сегодня мы будем выбирать три разных карты, потому что, чтобы был полный рандом. Я вот лично хочу, чтобы было жесткое мясо, поэтому выберу карту фабрика. Нет, это я хочу жесткое мясо. Блин, тогда секундочку. А вот так вот, особняк, потому что там реально опасно. Водопад. А, да. Стоп. Фабрика, ни хрена себе. Я даже сначала не понял. Но я давно на самом деле на фабрике не играл. Берем сначала эти. Готов, да? Да. Вот эту штучку сделаю. А, тут, кстати, можно и так пройти. Поэтому я буду делать... Это реально опасно. Вот так вот делаю. Опасно. Она не будет, типа, темник двигаться же? Она не двигается. Когда ты дауны не можешь поставить. Давайте, погнали, ребят. Погнали. Так, я уже самый первый, Илюха там аутсайдер. Кстати, ребят, если что, изюмчик 2 это я, то есть Дмитрий, а изюмчик без 2, то это изюмчик. Просто у меня дома играем вдвоем, я на геймпаде, он на клаве. Вот такие дела у нас. Опа, все, прошли. Мы прошли. Здорово, привет. Здорово. А говорили, что я аутсайдер. Здорово. Посмотри на его глаза, они полны боли. Здорово. Брат, говори побольше. Это я выдох. Ой, ладно. Там, знаете, в черный глаз. Блин, нихрена сейчас был как-то. О, бутылка. Че, пацаны? Смотри на лицо темника, когда он не может поставить такой парант. Он кекнутый. Кекнулся. Так, давайте, чтобы было посложнее. Было мясо. Вот так вот. Ах ты ж хардовый, вот отлично. А, опа! Так, ух, найс. Ты, ах ты ж, блин. Я сейчас солюсь на этом кафе. Я сказал солюсь на этом лох. Минус один, пацаны, минус один. Ой, чёрт, я переколбасил. Опа, все, я прошел. Так, короче, мне нужен следующий автобус. Нет. Так, вот это моя остановочка. Минус один. Моя остановочка. Я прошел. Щита. Да я к вазелину прилип, я не виноват. Ловушка. О, изи. Ха, аутсайдер. Так. О, тележка. Ай, блин. Возьму штучку-убивалку. А ее можно вот так вот? Блин, нельзя прицепить. А я знаю, как я сделал, пацаны. Вот так вот. Блин, опа. Чего вот с этой штукой делать? Поставь ее. Вот, она с вазелином. Не, мы не пройдем. Она с вазелином. Мы... Да, блин. С вазелин. Новельник. Короче, так поставлю для трэша. Ой. И как пройти? Не знаю. Как? Подозрительно. Я даже не знаю, пацаны, как вообще проходить. Опа! Ну, бутылка. Нужно взрывать эту штуку, ее невозможно будет. Взрывать? Да не, давайте по хардом. Опа. А, блин, не успел. Так, возьму что-то странное. Так, ну давайте я тогда сделаю что-то где-то типа вот этого. Сделаем трэш. Чик-чик. Трэш, угар, наркотики, разврат. Вот так вот. Оба! Ух, сразу же... О, найс, сразу же прошел. Просто... По фастану я как флэш, пацаны, как флэш прохожу. Минус один. Два дебила, это сила. Нет. А как, стоп, а как мне проходить? А, я знаю. Так что за дерьмо? Тактика галактика, опа, опа. Опа. И зи. Что-то, ребят, вообще в соло тащу. Похоже на недоделанный писюн с одним яйцом. Ладно, я вам дам шанс, ребят, дам монетку. Она будет примерно вот тут. Да я ее брать не буду, чтобы мы выиграть. Опа, сразу же прыгаем. Ой, поймать, ай! Ой, ай! Кто поставил скорострел? А что, я выиграл опять? Нет, не сливайся. Диман, спрыгивай вниз. Диман, по-эпичному прыгай на трамплин. Я живой. Нормально. Ол, я к чему. Тум-т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 ум-
Улетел. Сам же поставил. Бляха, муха. Я сам начал. Да блин, это нереально. Не сливайся. Ты меня не послушал. Ну блин, ну это было бессмысленно. Кет, чебурек. Цветок. Эй, монету бери, Тёма, Артёма. Вы тут чебуречка. Так, ребят, куда вам цветочек-то поставить? Давайте вот сюда. Опа, вот сюда. Нет, ты шо? О, смотри, сейчас крутиться будет. Покрутил. Ай, блядь, я забыл, Илюх, прыгай. А чё там? Я забыл. Ну чё? А, Тёмик может стоять, там же наш тру, Аня. Ай, блядь. Тебе это не помогло. Так, пацаны, я думаю, нужно взорвать эту грёбаную штуку. Взорвём её вместе. Ой, так. Пилоска. Нет! Всё, у меня пилоска, вам конь. Блин, вот как думаете, вообще здесь есть надежда на камбэк? Камбэк из Нотрил. Вы издеваетесь. Пилоска. Да это изи вообще, ребят. Я... О, цветок начал разговаривать. Смотрите, а почему тот раз цветок не летел сейчас? Опа. Он не ездил. Мне показывал, что он ездил. В жопу эту игру. Опа. Илюха. Да просто, чё я вас так изи сдрючиваю просто? Просто нужно сделать попытку. Слишком легко, ребят. И второе место займи. Не, ну если я сейчас соло выиграю, тогда придется сделать еще одну карточку. Чё, так неинтересно, чё, сразу выиграл. А потом еще не знаю, что-нибудь уберу, что-нибудь ремонтирую. Ремонтирую. Сорви вот это говно! Вот здесь вот, вот я внизу! Ты дурак! Нет, ты вот это что делаешь. А что ты взорвал так, что я просто не видел? О, точно, можно же как Азазель вот так. Опа, опа! Ай, бляха, муха! Опа! Что делать? Кряк! Ну давайте для этого сделаю пропеллер. Нет, не надо. Давайте я потом вам помогу. Меня убьет. Вот, вот так вот. Вот так. А! Смотрите, я. Нет, стоп! Я как настоящий мажор стою. Опа! Настоящий мажор. Я еще прыгнул. Ай! Я смогу! Давай, Тёма, ты сможешь. Я смогу это пройти! Нет! Нет, цветочек, нет! Он тебя сейчас завалит, дубины. Не все так просто. Вижу эту игру. Нормас контент будет. Стоп, играй на ворот. Все. Так. О, дверь. Колючка. Проволока, как будто ты в тюряге, телек. Весело, задорно, прикольно. Вот так. Нужно просто сразу. Блин, что? В смысле, я прыгал? Тёмик, говнюк, дохни. Как Тёмик запрыгнул туда? А, лол, я дохни. Тёмик, дохни, Тёма, на. Куда ты с монетками улетел? Мои еврейские жилы говорят идти за ними. Точно пойду. Ой. Ещё твар. Так, два раунда еще. Пацаны, у вас есть все шансы на камбэк. О, Аллах. Так. Аллах, вагбар. Я не знаю, что вам тут еще нужно сделать, чтобы получили. Вот так вот вам сделаю. Что-то вы какие-то совсем аутисты. Давайте взорвемся. Папа! Эпично. Вот же, вот ты черт. Ты скотина, Дима, дохни, пожалуйста. Черт, черт, получай. Ай, бляха, муха, нормально. А че с Тёмиком, смотри. Ух, блядь, сука. Чё Тёма творит? Сука, монеты. Да монеты, ты дебил, монеты. Как Тёмик прошел? Монеты. А, тут же можно так. О, нельзя. Давай. Hello, darkness, my old friends. Я плачу такой, сижу. Тихо, блядь!
Тёма, ты что делаешь? Тупой. Тупой даун. Блин, я специально. Тёма, как ты это не прошёл? Да, там. Чёрт. Там тактика, там наверху еще две монеты. Нужно раунды продлить. Чё, реально там наверху дверь? Так, у вас тут тактика, да? Не взорвать не лих. Нет, не буду. Чёрт. Я дам вам все шансы на победу. Чёрт. Ох, кто взорвал, какой петушок? Взорви монеты внизу. Не попал. Морской бой. А я первый. Ах ты. Ах ты. Хотел меня петушком назвать, а я так. Изи. Изи. Прошел. Да вазелин, отпусти. А, я знал, что ты тянешь вазелиться в тюрягу. Все, ты дальше. Все, ты дальше не пройдешь. Я нет, Дима, да. Дима, нет! Опа. Ты черт! Куда полетел? Ну, это был равный бой. Ой. Тем. Там листок добавили. Это. Пацаны! Эта игра называется у кого больше песос.